Канал Солифок, сегодня будем делать балду. Для этого нам понадобится грузик. Я беру вот такой 5-граммовый. Непосредственно будет заготовка для самой снасточки. Леска 0,2 мм, на которую все это монтироваться будет. Далее нам понадобятся крючки. Я беру среднюю, это шестерка. Далее нам понадобятся кембрики. Пассатижи. Иголка, так называемая, цыганская. Ну и лак. Это красный и черный. Также нам понадобится бисер. Набор. У меня есть, покупал я. Вот. Разных оттенков, разных тонов. Теперь все по порядку. Берем грузку 5-граммовую. Можно прокалывать несколькими способами. Можно маленьким сверлышком просверлить шуруповерт. Можно сделать отверстие шилом. Я делаю иголкой. То есть пробиваем здесь отверстие. Проделали отверстие свинцовой грузки вот такой иголкой. Пришлось воспользоваться помощью надфиля. Это чтобы зачистить краешки отверстия. Получилось вот так вот. Далее берем кембрик. Вставили кембрик. Кембрик вставляется в груз специально для того, чтобы не резать леску при игре. Так это выглядит. Чуть-чуть поджал его пассатижами по краям, чтобы кембрик не выскакивал. Вот. Далее мы берем бисер. Есть разные цвета. Есть белый, желтый, оранжевый, красный, разноцветный. Я беру красный. Берем крючки. Нам понадобится два крючка. На крючки нанизывается бисер. Я использую красный. Есть у меня и тестовые разного цвета, собранные с насточки. Ну, на данном примере покажу, как делается красный. Берется красный бисер. Нанизывается почти до самого жала. Получается вот так. Сейчас сюда мы на конец крючка поставим небольшой кембрик. Это делается для того, чтобы бисер не слетал с крючка. Вот так это выглядит. Делаем второй крючок также. Получается вот такие два крючочка с бисером, по 6 красных бисеринок на крючок. Можно одевать больше. Вот. Я делаю их с открытыми жалами. Оставляем их так. Далее берем непосредственно саму грузку. Балду. Берем леску. Леску я использую 0,2 для монтажа. Берем один крючок, разворачиваем его.
выпускаем леску с одной стороны. Грузку с другой стороны. И, соответственно, второй крючок сюда же. Получается вот такая вот у нас снасточка. Далее мы завязываем от крючка до узелка снасточку. Где-то расстояние вот здесь вот должно быть 5-7 сантиметров. Расстояние среднее, выбранное опытным путем. Вот. Завязываем. Раз. Два. Все, завязали. Берем, откусываем. Получается вот такая вот снасточка. Называется она балда. Очень просто, быстро довольно-таки изготавливается. Ловится на нее практически вся рыба. Ловил я на нее пока на данный момент окуня. Есть у меня там рыбалочка записанная. Вот, ловил я на нее. Для чего нам нужен лак? Сейчас я покажу, для чего именно. До этого я собирал несколько вариантов снасточек балды, так называемой. Вот классическая, я на нее ловил. Лаком красится верхний черный верх, нижний красный цвет. Вот так это все выглядит. Вот такая балда. Это где-то граммов 8. Есть маленькая. Грамма 3, 2. Вот на эту я ловил уже. Снасточка рабочая. Есть экспериментальные, то есть разные виды. Пробовал разного бисера, собирал. То есть не только красного, но и вот такого оранжевого цвета делал. Это уже потяжелее балда. Делал желтого цвета. Вот такие вот, довольно-таки тоже крупные. Это для речки я делал. Попробовать. Далее делал в виде жуков. Пробовал. То есть экспериментировал много, довольно-таки. Это уже паянные, сделанные спайки. Пузика оставил специально. Перед рыбалкой почищаю. Так, это прицепилось лишнее. Вот такой жучок у меня еще есть. Пробовал. Буду снимать дальнейшее видео, показывать. Работают они, не работают. Кто ловил или пробовал экспериментировать на такого рода снастки с окрасками, пишите в комментарии. Буду очень-очень признателен вам за это. То есть делал разных разновесок и так далее и тому подобное. Вот эту балду я красить не буду. Я ее оставлю в ее натуральном цвете, свинцовым. Свинцово-оловянным. И попробую на нее ловить уже в таком виде. Снасть собирается довольно-таки быстро, минут за 10 можно. Не спеша собрать одну. Это не идеальный. У всех своя балда, там, грубо говоря. Каждый собирает по-своему, каждый считает по-своему. Здесь леска 0,2. Сверху привязывается 0,18. Или также 0,2 ловится. Для хищника. Надеюсь, это видео было полезным. Может быть, даже интересным. Пишите в комментариях, кто имел опыт ловли на такую снасточку. Кто что может про нее рассказать побольше, поподробнее. Все. Всем удачи на рыбалках. Удачных уловов. Хвоста не чешуй.